Я спускаюсь. Я не буду вам светить. Я смотрю, как вы бюллетени раздаете. Я фиксирую, как вы раздаете бюллетени для голосования. Управляющая компания. У вас до голосования какое-то надо, вы знаете, да, что у вас? Бюллетени отдайте. Мы никому ничего не... Бюллетени при заочном голосовании выдаются в руки. Человек их заполняет самолично. Во-первых, вы меня здесь не читаете, как... Хорошо. У вас управляющая компания, у вас здесь голосование проходит. Ну, то, что хотят перевести в другую управляющую компанию. Вы как, за остаться здесь? Это опрос. Это не... Вы оказываете давление на человека. Не знаю, я не хозяйка, я не знаю. Хорошо, думайте. Мы просто фиксируем, что опрос по квартирной. Бюллетени на руки не выдаются. Нарушение жилищного кодекса. Вперед. А вы были при этом, когда мы были с опросом, вот вы говорите, с каким... Сейчас у вас идет опрос. Светите мне в лицо. Сейчас я буду снимать вас и светить вам. Ради бога, ради бога, потому что я все это фиксирую. И будет даже, Люба, это с управляющей компанией подписи собирают. Да, у вас проходит сейчас голосование, вы как за остаться управляющей компанией? Собрание незаконное, они не имели права его собирать. Ты имеешь полное право подписывать или не подписывать. Нет, конечно. Бюллетень тебе на руки должны давать, а не спрашивай. Ты сама должна принимать решение. Я поняла. Все. Я столько лет прожила и эти правила не знаю. Все. Да, вы как, за остаться или вы против? Нет. Переходим в это созвездие. А вы уже голосовали? Конечно. У нас было голосование. У нас было собрание, у нас есть протокол. А как же. Все, ради бога. Тем более не я хозяйка квартиры, а моя девочка. Так что молодежь сказала туда все уходить. Понятно. Ну, мы тогда попозже зайдем. Никаких этих. Но не попозже, подписи собирают. Они не дают бюллетени людям. Как вы? Мы бюллетени давали, у меня есть каждая роспись, что получали. У нас тоже есть контроль. Ну, давайте посмотрим. А кто вы такая? Смотрите. Я старшая по дому. И что? Вот когда будет милиция работать, тогда будет... Я старшая по дому, которая может фиксировать нарушение жилищного кодекса. Фиксируйте. Да. Будем фиксировать. Давайте, пойдемте. Как вы будете бюллетени раздавать? А я буду смотреть, как вы будете бюллетени раздавать, как будете по квартирам ходить. Вы смотрящие? Да, смотреть буду. И фиксировать, как вы раздаете, как вы собираете подписи. Я определилась для себя, кто я, девушка. Нервничать не надо? Кто нервничает? Я не нервничаю, я просто фиксирую. Как вы раздаете бюллетени для заочного голосования каждому собственнику? Спрашивайте у него документы, кому вы выдаете бюллетень. Конечно. Ну вот я и хочу. Вы с нами не были на голосовании. Я вот и хочу. Как? Я вчера была на собрании. Но это было собрание. Собрание, только его не было, собственников не было. Было вас 6 человек и 3 наблюдающих из жильцов дома. Никто не фиксировал, кто присутствовал. Не было реестра, списка присутствующих. Да. Не было. Да. Никто. А кто был занесен? Чупиев был занесен? Нет. Нет, а кто? Ну, вы сейчас так утверждаете. У вас есть реестр? Вы меня, его видели в глаза? У меня, а мы были, мы были и снимали на камеру. О том, чего вы не знаете? Мы были и снимали на камеру реестр. Вы развернулись и пошли. Да. Ну, то есть никакого реестра? Да нет, пусть. На собрании не было. Мы уже там были, не переживайте. Уже были там. Ну, просто-напросто. Наташа, идите отождать. Конечно. Из управляющей компании, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу просто зафиксировать в том плане, как вы раздаете бюллетень для голосования. По закону же вы должны дать в руки. По квартирный обход от нарушения жилищного кодекса. Вы собираете подписи. А бюллетени должны при заочном голосовании выдаваться на руки. И человек сам решает, какие галочки ему ставить. А не вы спрашиваете. А мы не спрашиваем. Человек сам берет, ставит свою подпись, вот он расписывается читает, и сам читает. Вот вы оказываете давление. Он должен дома сам. А не то, что вы, простите, заполняете. А мне кажется, это вы сейчас спрашиваете. Нет, я не оказываю давление. А вы почему? Вы препятствуете? Жильцы я хотят не голосовать. Я никто не против. Я просто фиксирую, что вы законно все делаете. И все. А, ну еще да. Хорошо. Да. Заходите, смотрите, как вы под подписи собираетесь. Давайте. А вы умеете? Вы нет. Вас научите? Научите. Как вы же собрали? Ну, я не собираю. У нас хочу есть. Посмотреть. Да, мы хотим посмотреть, как вы нарушаете. Как вы собираете? Да. Ну, у нас научите. Мы не умеем. Может быть, вы научите. Нет, девочки, давайте не пререкаться, не будем. Вы же пришли давайте собирать. Вот мы тоже постоим, посмотрим, как вы раздаете бюллетени. Здесь уходишь, что ли?
Сейчас, дождь. Ой, я прошла, ты поможешь. Я пойду. Хорошо. Я тут иду домой. Хорошо.